Компания Google представила новую версию операционной системы Android. Это произошло на ежегодной конференции Google I.O. Бета-версия называется Android O. Разработчики уделили внимание оптимизации, например, передаче трафика и данных с GPS. Приложения, открытые в фоновом режиме, может быть сокращена. Это позволит экономить заряд аккумулятора. Также из нового функция, которая позволяет работать на экране устройства одновременно с двумя приложениями. Изменена система уведомлений. Их можно будет просматривать при долгом нажатии на иконку приложения. В магазин приложений добавлена и новая программа, предназначенная для борьбы с вирусами. При этом окончательную дату выхода разработчики не раскрыли. Многие обозреватели полагают, что она будет готова к концу года.